Ну вы же с нами будете есть? Да, я с вами. А вы себе кебаб тоже возьмите. Сыр есть. Берем лаваш вот так. Вот так пусками делаем. Лаваш есть. Его вот так вкладываем сюда. Берем сыр. Сыр есть. Ну, если сыр есть, к сыру что идет? Зелень. Зелень мелен. Зелень мелен. Разная зелень. Кинза-манза. Кинза-минза. Потем-мопем. Все, что хотите, это из зелени. Вот лук тоже есть. Вот, вот так. Это готово. Берем помидор. Налили? Помидор, вот так. Вот так делаем, вот так. Это армянский бртуч называется. Древние времена, и до сих пор у нас мы так кушаем. Вот лаваш, можно его использовать в трех видах. Первое, как он еда, второе, как салфетка, третье, как вылки. И всегда наши деды, прадеды собирались, вот спускались в ущелье. Что они делали? С собой из дома, вот что видим, это все брали. Ну, обязательно без вина как? Никак не получается. Берут вино, ну, все сразу, что говорят? Первый тост, когда это у нас, кроме похоронов, естественно, принято сказать «Баров Тесанг». «Баров Тесанг» – это переводится «С добром увиделись». Баров Тесан. И вот так. И как это сочно.